Скажи, ты здесь видишь страшных чудовищ? Да! Гадалья! Привет, народ! В эфире снова рубрика «Идем в кино», и нас двое. Я Саш Комлев и Любава Словолюбова. Обо всех киноновинках, как всегда, в ближайшие 3 минуты. Не переключайтесь, все узнаете от нас из первых уст. Дорогие друзья, на этой неделе выходит шикарнейший фильм, о котором уже говорят с придыханием. История о человеке, который был молод, красив и чертовски талантлив. Начав с нуля, он смог построить мировую империю соблазна. Ему завидовали мужчины и грезили женщины. Его имя Стив Джобс. Слоган фильма так и гласит: некоторые возможности видят, а некоторые их меняют. Не пропустите. Единогласно. Стив отстранен от управления компанией. Спустя 10 лет после ухода Стива Джобса, будущее Apple Computers туманно, как никогда. В жизни нужно многое успеть. Мы восстановим славу Apple. Хвала безумцам, одиночкам и бунтарям. Лишь безумец верит, что ему под силу изменить мир, и потому меняет его. Джобс. Империя соблазна. Цель – остаться в живых. Главный герой фильма – Риддик. Он борется с хищниками за жизнь и становится все сильнее и сильнее. Ну а еще помимо хищников в фильме задействованы межгалактические наемники. Также ему нужно будет вернуться в родную Фурию и спасти ее от уничтожения. Смотрите в кино уже на этой неделе. Спеши провести последние теплые осенние дни на летней террасе. Она готова порадовать вас меню на гриле, концертами мировых звезд на экране, ну а также живой музыкой. Ну и на десерт наши явки и пароли. 340-320, телефон нашего автоответчика, наш сайт в интернете мир56.ру, ну и, конечно, для юзеров в нашей группе ВКонтакте. Она так и называется – Кинотеатр Мир. Увидимся где? В кино.